И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. Я из Кредосвязи, я записываю вам пятый эпизод подряд. А что нет делать-то, пока без работы, можно и записать. Да, заходим по красной грибочке. Чего у нас там тут тянуть-то? У меня время уже 23:58 ночи, субботы. 13 июня. 59. Минут осталось до полуночи. Записываю 8 эпизодов подряд. Но это не значит, что я не читаю ваши комментарии. Я их читаю. И стараюсь время от времени вставлять их в наши эпизоды. Если вам все-таки это зайдет, а я это узнаю на протяжении вот этих 8 эпизодов, будем делать так, наверное, на регулярной основе. Ну, формально я так раньше делал, только их зачитывал, а так решил, почему бы их чисто плашечкой не ставить. Было бы весело. И красиво. Чем бы нет? Для вас стимул хороший, почаще писать комментарии, о чем я и прошу. Так что, давайте. Выбираю сам. Рандомно. То есть никакой субъективности. Нет, субъективность есть. Цензура. Цензура есть. Есть комментарии там с неподобающим оскорбительным поведением, ну вот, хейтер в большом духе, если только он не забавный, тогда в этом случае, ну вы поняли. Эх, красота, да и только. Так, полночь. Поздравляем. Полночь 14 числа. Середина лета. Практически. Завтра в понедельник будет. Ой, пол лет уже прошло. И никакой адекватной работы еще нет. Бесит. Бесит. Почему нельзя все золото из Лара Крофт взять и перетащить в реальность? Этого бы хватило на оставшуюся жизнь. Спокойно, с лихвой. Реально, кстати. Я тут посчитал, что обычно на краун... Ну, с нынешними процентными ставками на краун-лендинге достаточно от 600 до 700 тысяч рублей. Все остальное можно чисто как либо резервку, либо что-то еще. А так, если все хоть туда докладывать, то вообще огромный доход будет ежегодный. Можно вообще не работать. Дракон и принц, следуйте по пути выданному. Ну ладно. Защита от грязных грибов. Может, виндиго от грязных грибов и образовались? Я все еще жду, где эти виндиго будут. Кстати, а где бы сейчас? Так, ну, так подальше от зоны обитания виндиго. А вот и красные грибы, про которые писал Амару. Они смертоносны. А значит... Нужно точно навести орудие. Сейчас наведем. Нужно точно навести орудие. Видимо, это техника Тринити. Должна еще работать. Поясню, техника конкистадоров Тринити. И порох, конечно же, не просрел. При такой-то влажности. Вот. Она такая... Извините, реально забавно вышло.
Вот черт! Хорошая ловушка. Это реально хорошо поставили. Правильное место. Еще одни шикарные детские суперхоромы. Ворота тут не просто для защиты. Они скрывали гробницу. И Амару знал про нее. Конечно, знал. Девчонок сюда тоже водили. Взрослые сюда не судятся. Думая, что кто сюда полезет трахаться. А вот нет. И здесь мне придется опять сражаться, чую я. Красных грибов тут много. Интересно, что с ним будет, если она в них упадет? Хотя лучше не проверять, наверное. Одна фоточка, чего нет-то? Красиво. Нет, нет, нет. Дальше. Да. Через споры никак не пройти. Но я не знаю, как миновать эту преграду. Вот знаешь ты все. Все ты знаешь, Алла. Они тут не просто так. Для чего-то они нужны. Да. Они тут не просто так. Для чего-то они нужны. Все, что для чего-то это нужно, Лара. Все для чего-то надо. Они тут не просто так. Для чего-то они нужны. Давай, тащим. Да стоп, подождите, а там есть куда залезть? Дайте-ка попробую. Может, там есть на что залезть? Там есть какая-нибудь подсказка? Наверняка что-нибудь есть, а я сейчас полез вперед паровозу с дуру. Да, тут что-то валяется. Салазки помогут что-то двигать. Да. Я знаю, что они помогут что-то двигать. А я хочу изучить это место. Салазки помогут что-то двигать. Салазки помогут что-то двигать. Да. Салазки помогут что-то двигать. Я знаю, Лара, успокойся. Салазки помогут что-то двигать. Дури ей не занимать, конечно же.
Так. Проверим. Эй, ты будешь работать или как? Может, я не до конца подвинул? Наверное, не до конца подвинул. Так. Да, реально не до конца подвинул. В колею не хотел вставать. Здесь главная скорость. А в чем не так со скоростью? А, кажется, до меня дошло. Мне нужно успеть притащить эту заразу под пушку до того, как она успеет заехать, как она успеет опуститься. Так. Вот и все. Давай, сырой порох с грибачками. Тринити точно такую красоту не услышит. Я уверен. Надо, кстати, изучить всю эту местность подробнее. Может, тут что-то еще есть, чего я не увидел? О! Говорил же, что-то упустил. Что-то до сих пор упущу, вот всегда. Ну, не всегда, конечно. Я специалист с хорошим стажем, но в мелочах вот есть такое. Ah!
Я удивлюсь, если здесь будут тренчи. Потому что ничего не зачистили. О! Испанские галеоны. Что еще меня тут ждет? Наверх. Отдам должную парнишкам. Выбрали они себе место для эротического отдыха в свои юные годы только в путь. С хорошими видами, грибочками и всякими прочими прелестями бытия и жизни. Боже, сколько трупов. Надо держаться подальше от спор. Самое забавное, они просто сидят. Они изначально захотели быть в таком положении. Как и ожидалось, Амару прошел шестую печать безукоризненно. Собственно говоря, он показал высший результат за всю историю этого испытания. Это свидетельствует не только о его впечатляющих навыках, но и о несокрушимой целеустремленности. Я считаю его более чем достойным моей должности. Подпись: доктор Домингес. Так это не имя, а титул, который получает руководитель Тринити. По скриптум. Мы незамедлительно предоставим Пайтити провиант для борьбы с голодом, как и было обещано Амару взамен на то, что он посвятит себя нашему делу. Титул — это имя. Самое необычное, что я когда-либо видел. Чтобы имя было титулом. Я, нет, конечно, я знаю, там великий Мандалор и так далее. Мандалор первый, Мандалор третий. Это как бы уже давно перерос. О, здрасте. Извините, что мы тут близ ваших трупиков находимся. Я не буду проверять на ней действия этой фигни. Она и так не искупнулась, неплохо. Сейчас мне нужно здесь спуститься, да, аккуратненько. Аккуратно. Ну и что мы тут узнаем? Хищный взор. Цель своих врагов, чтобы пометить и отслеживать их местоположение. Все это построили для испытаний будущего лидера Тринити. Если бы Амару сразу же дал свое согласие, то получил бы еду, и Сари не погиб бы на охоте. Я больше не буду колебаться. Амару дал обет своему мертвому брату, на языке которого не знал больше никто в Пайтите. Есть человек, который может все это подтвердить. Вы хотите сказать, что Тринити тайком еще в далекие-далекие времена обустроили в старом комплексе зону испытаний, чтобы назначить нового преемника? В такой глуши?
Нет, я, конечно, понимаю, что они наши пойти, я могу это понять. Но не проще ли был... Ну, хотя, в принципе, он же должен быть всегда под боком вместо, чтобы никто не заподозрил. Ну, опять же, с другой стороны, опять же, проверка. Сложно сказать. С одной стороны, подход правильный, с другой стороны, безумный. В принципе, да, в их духе. Вспомните хотя бы Китежград. Что они там только не творили. Больную раком русскую отправляют в центр Китежа, чтобы дать ей бессмертие. Ирония. И что самое забавное, у нее была возможность приобрести это бессмертие. Я-то не стал даже смотреть кристалл. Просто его тупо забрала и готова. Время диалекта. Собирать и изучать артефакты, чтобы повысить свое знание местных культур и их диалектов. Спасибо. Как долго грузит? Ну реально. Я понимаю, конечно, что нужно вернуться в город, но... Можешь было сделать на какой-нибудь бэкап. Реально удивляюсь. С классической Лара Крофт такого не было никогда. Чисто идешь? Линейно. Вернитесь к старому человеку. Сюда. Одночку пока что, ясно. Я не знал, что оно здесь. Но вы сейчас теперь понимаете, в каком я гневе. Когда узнал, что оно здесь. Я думал, что оно где-то в городе. Но я вообще не понимал, что оно может быть здесь. Ну ладно, зато с другой стороны. Нашли быстро, пробрались, так сказать. А чё мне-то? Ай, топчемся на месте уже. Шестой эпизод, по сути. Только по этим квестам бегаем. Ой, здесь я ёшка зеваю. Непривычно записывать столько эпизодов подряд. Такой своеобразный рекорд. Решил побить. Но это не переживайте, я всегда читаю комментарии, на них отвечаю, ребят. Так что... Чисто... Игра тоже устала. Добрый день, молодой человек. А, это снова ты. Да. Нашла то, что искала? Кажется, даже сверх того. Тебя что-то тревожит. Что это? Амару еще появлялся здесь после голода. После смерти его брата? Я говорю, они были неразлучны. Когда умер Сайри, с ним умерла и частичка Амару. Он появился здесь вскоре после гибели брата, но после не возвращался. Он всецело посвятил себя секте Кукулькана. Видно, смерть брата навсегда его изменила. Спасибо. Вы мне очень помогли. Корианка была права. Этот диск очень важен для Амару. Может быть, важнее всего остального.
У нас нет причин и нет права держать его у себя. Верните диск с шифром Амару. Ну а теперь мне туда только идти. Красота. Но прежде чем это сделаем, давайте сначала... Сменим образ. Надо поговорить все-таки с мальчонком. Вот он для нас какое-то задание есть. Пока мы здесь набираем очки опыта по полной программе. Потому что потом не знаешь, что случится, как случится, где случится, зачем случится и т.д. и т.п. и т.п. Да, хуета, хуета. Собираем все, что видим, все, что слышим, все, что нюхаем. Так, а мелочь Карамазова должна быть. Согласен. Вот он. Привет. Спасибо еще раз, Ишик. Хорошо, что кубики у меня. И все? Это все? У него тут был сундучок, типа какое-то доп. Задание должно быть. Я к нему сбегу, а у него нет. Я разочарован. Кстати, давай-ка. Что продаешь? Как дела? Здравствуй. Так. Чего опорку мне достаточно? Вот шкур. Так, лекарственные теперь поле пока не трогаем. Боги нам благоволят. Это твое. Спасибо. Хорошо. Ну, это все на прокачку. Это все я им продавал. Это твое. Боги нам благоволят. Это твое. Пусть будет. По одному возьму. А вот это нет, это купится. Приходи еще. Так, надо сейчас переодеться для начала. В таком образе нас не пустят. Ну вот опять же, есть еще доступные улучшения. Надо масло бы докупить, у нас его очень мало, не хватает. Шкур ягуар тоже бы не помешал бы. Тогда бы, в принципе, можно было прокачать оружие. Хотя толку от этого сейчас немного. Thank you.
Так, ладно. А, чё я вышел-то? Здесь же одежка есть как раз таки. Вот в этом надо идти. По стелсу. Не мусорить. Я забираю тут мусор. Столько наших людей в плену. Их надо освободить. Не то их принесут в жертву. Убьют. Принято. Привет, парни. Отдай ему. Амару. Чего хотел этот дерзкий жрец? Что? Как? Дай сюда! Теперь можем бы идти по заданию основному. Стоп, 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 стоп. Сохранение прошло. Доложить в пещеру сначала надо, да? Положить в пещеру черепа. Вот сейчас туда и сходим. Полезная вещь. Доложите в пещеру, доложите в пещеру. Вот такое ощущение, будто они ничего сами не могут сделать. И ведь реально не могут. Лара, у них всему голова. Так, ладно, заходим. Я, по-моему, кстати, всех хлам обгладил, а мне какой ачивки не дали. Может, это еще одна есть, которую я не гладил. Я, кстати, этот вопрос больше сейчас беспокоит теперь. Так, а где она? Она призрак? Вот и ты. Что узнала? Даже слишком много. Что не так? Я вернула диск Амару. Для мятежников эти послания бесполезны. Да. Это личное. Напоминание о любви, которую он питал к своему брату Сайри. Послания указывают на тайники, устроенные братьями по всему городу. В одном из них были припасы, переданные Тринити во время голода. Но Сайри не получил послания. В то время он был уже мертв. Амару не всегда был таким. При всех своих изъянах он правда желает добра Пайтити. Я знаю. Заботу о нашем городе он всегда принимал близко к сердцу. И свои сожаления. Бесшумное жало Скорпион, полученного снаряжения. Пистолет с глушителем. Камуфляж охотника лучший. Плюс одно очко лагеря. Прекрасно. Давайте заодно попробуем переодеться.
Так, начнем с двоечки. Пора это брать. Так, по предметам одежки. Синтичику, боевой костюм, телохранитель. Кешу я как камуфляжный лучший. Но я его здесь не могу надеть. Ладно, по оружке. Скорпион. Бесшумное жало. Бесшумное жало скорпиона. А чем плюс его? Пистолет с глушителем, чтобы убивать других врагов без лишнего шума. Ну пусть побудет. Он, в принципе, идентичен обычному пистолету с глушителем. Походу, они промышляют тут чем-то еще, мне кажется. Колумбия рядом с Эквадором сыграли свою роль. Ой, Даш. Но зато мы наконец нашли последнее гробовое серебряное кольцо. Да подожди. Какая тебе ведьма? Ведьма называла меня. Сам тут шляется, гуляет, ничего не делает. Я тут город пытаюсь спасти. Ладно, идемте теперь туда по сюжету. Как раз у нас с вами еще 7 минут есть. Должно хватить. Легко расстреляли мус у золотых ворот. Привет. Будь осторожна, Ахао. Мы подавили мятеж, но мятежники еще остались. Ты в опасности. Спасибо. Я уверена, что справлюсь с любым мятежником. Ха, неплохо. Им не устоять против нас. Но они сражались как демоны. Они сражаются за выживание. Я знаю, что тут видите, но вам не кажется забавным, что они оба говорят здесь на английском в центре древнего затерянного города Пайтити, где должны говорить либо на кичуанском, либо на мамском, в крайнем случае на юкатанском? Вот конспираты. Столько павших солдат. Мятежников больше, чем сектантов. Не бежим. Не вызываем подозрений. Хачебану чикин топиконов. Ченхумпел бателилу чхельби чунахе. Бейшан интукул. Минану нуколов, малов. Етель мишуц канцани лоби. Цокили ухец, дантике. Удивительно, не случилось бы с нами тоже без Кукулькана. Возможно, кто знает. Нам сюда. Но я ни хрит никогда не упущу. И вкусняшка здесь. Связка стеблей камыша и камень, которые использовались в качестве календаря. Обычно он символизировал 52-летний цикл.
Вот вам календарь. Карманный. Вот стандартный, а там он обычный. Дайте пройду. Я тут только-только детективного расследования. Атени и мезах инка ма утскан ватали на хакушта. И ведь не помогает даже. Но правильно, конечно, отчасти мятежники. Но нужно отметить, они их и не мучают, в принципе, сейчас. Надо забрать подношение, чтобы не могли развязать веревки. Это прикрытие, конспирация, понимаешь? Оружие достать не могу. Начну здесь все зачищать, только сгоню всю стражу к себе. Пленных много. Мне туда как бы. Найден монолит. Речь о месте неподалеку. Они стоят спина к спине, два брата по оружию. Я лежу у ног того, который смотрит на змею в тени. Это на вершине. Можно я тут? Я ищу сокровища. Зафоткаю. Красиво. О, костерчик. Так, еще раз. Вот я как раз там, где надо, да? Они стоят спина к спине, два брата по оружию, и я лежу у ног того, который смотрит на змею в тени. Комментарий, Лара? Нету. Давайте осмотримся. Это получается верхний город. Тут такие барышни с огромными перьями. О-о-о. Выпученные глаза, клыки. Это Тлалок, бог дождя и бурь у ацтеков. В своем добром воплощении он также бог воды и плодородия, дарующий жизнь и пищу. Но у него есть и другая сторона. Он бог грома и молний, града и других разрушительных свойств воды, в том числе эрозии почвы. Его связывали с пещерами, водоемами и ручьями. Странно, что при этом он живет на горе. Его птица — цапля, но его также связывают с улитками, а также с лягушками и другими амфибиями. Когда религию используют за черновую работу. Ой, сколько же? 45? Ладно, давайте на сегодня пока заканчиваем, ребят. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Крайне такой хороший, кстати, вид, тут тоже зафоткаю. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дискорд, ВК, Динар, Телеграм, ссылки в описании. Как вы считаете, правильно ли Лара сделала, что отдала ценную вещь главному врагу, мистеру Амару, доктору Домингесу? А, и что...
прошла такая, видите? Такая, о, у меня, по-моему, плазная богатая. Ладно, всем до скорой встречи, всем пока, удачи. Увидимся.